Shalakaya Chakshurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Panchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion. And we're hearing about different activities of devotional service and how these activities are supported by statements in the revealed scriptures. Итак, мы читаем «Нектар преданности» и слушаем обсуждение принципов преданного служения, которые подтверждаются священными цитатами из священных писаний. And this is Chapter 9 of the Nectar of Devotion. И мы читаем девятую главу Нектара преданности. So we're on a section which is headed submission. И мы находимся в пункте, который называется вручение, вручение себя Господу. Go ahead. В Сканда Пуране есть место, где говорится о предании себя лотосным стопам Господа. Там сказано, что те, кто серьезно относится к преданному служению, могут проявить свою покорность Кришне тремя способами. Сампрартхан Атмика, очень искренне, с чувством молясь ему. Второе. Даиня Водхика, смиренно подчиняясь его воле. Лала Самай, желая достижения какого-то уровня совершенства. Желание достижения определенной стадии совершенства в духовной жизни не является чувственным наслаждением. Реализуя какой-то аспект своих естественных, изначальных отношений с Верховной Личностью Бога, человек осознает свое изначальное состояние, и у него возникает желание вернуться в это состояние, снова став другом Кришны, его слугой, отцом, матерью или возлюбленной. Это называется лала самай, горячим желанием вернуться в свое естественное состояние. За стадией лала-самая следует стадия совершенного освобождения, на специальном языке называемая сварупа-ситхи. На стадии сварупа-ситхи живое существо, достигнув духовного совершенства, через откровение постигает свои изначальные взаимоотношения с Господом. Should I read more? Гурумарадж. The same section? Yeah, the same section, next paragraph. There are, okay. It's no, very big. Oh, really? Okay, so we'll speak on this. Okay. All right, so there are three different categories of offering of submission to Lord Krishna. Есть три различных формы предания себя Кришне. And Srila Prabhupada begins by discussing the third system, which was Lala Samai. И Шрила Прабхупада начинает с третьего пункта, который называется Лала Самай. Or desiring some perfectional stage. Желание достижения какого-то уровня совершенства. And Prabhupada said, this is not a material desire, this is a spiritual desire. И Шрила Прабхупада говорит, что это желание не материально. Он говорит, что это желание духовно. But of course, one would have to be a very advanced devotee, and he would have to know his spiritual position. И, конечно, человек должен быть очень возвышенным, преданным, чтобы знать свое духовное положение.
One would have to know what his particular rasa is with Krishna in the spiritual world. И он знает свою определенную расу, которую он имеет с Кришной в духовном мире. And then, in consideration of having a particular, that particular rasa, he could desire, he would have some desire that he could serve Krishna in that particular way. И считая себя в этой определенной расе, он может хотеть служить Кришне определенным образом. So, we are neophyte devotees. We think of our, we only know ourselves as simply servants of Krishna. И мы преданные неофиты, поэтому мы думаем о себе только как о слугах Кришны. In every rasa, there is service to Krishna. В каждой расе присутствует служение Кришне. The gopis are also servants of Krishna. Гопи также являются служанками Кришны. Nanda Maharaj and Mother Yashoda are also serving Krishna. Нанда Махарадж и матушка Яшода также служат Кришне. The cowherd boys are also serving Krishna. Пастушки служат тоже Кришне. Тоже служат Кришне. And there are many, many other servants of Krishna. И существует множество слуг Кришны. So it doesn't matter what rasa you're in, you're always a servant of Krishna. И поэтому неважно, в какой расе вы находитесь, вы всегда остаетесь слугой Кришны. But some devotees will have the opportunity to enter into an intimate relationship with Krishna and serve him in a particular manner. Но у некоторых преданных есть возможность войти в близкие отношения с Кришной и служить ему очень особым образом. Just like the cowherd boys, they're friends with Krishna. And as friends, they will play with Krishna, they will give Krishna pleasure. Подобно тому, как мальчики-пастушки, они играют с Кришной, и играя с Кришной, они доставляют ему удовольствие. And then there are other friends of Krishna, like Uddhava, who never thinks of himself equal to Krishna. Есть такие друзья у Кришны, такие как Уддхава, которые никогда не думают, что они равны Кришне. So although he's Krishna's friend, he won't take the same respect as Krishna gets. И хотя он является другом Кришне, однако он не хочет получает то же уважение, которое получает Кришна. But still, these friends are all serving Krishna by their friendship. It's a type of service to Krishna. И все друзья Кришны служат ему благодаря вот этим своей дружбой. And then there are elderly people who are like Krishna's mother and father. And they're also serving Krishna. Есть старшие, например, такие как мама и папа Кришны, они также служат ему. They want to always protect Krishna, take care of Krishna. Они всегда хотят защищать Кришну и заботиться о нем. And then there are those in conjugal love with Krishna, like gopis and Krishna's wives in Dwarka. Есть преданные, которые находятся в любовных отношениях с Кришной, такие как гопи и жены Кришны в Двараке. So they also they give pleasure to Krishna by their loving relationship. И они доставляют своими любовными отношениями Кришне большое удовольствие. And they think of themselves also as servants of Krishna. И они о себе думают как о слугах Кришны. So this Lala Samayi, in this state of Lala Samayi, one wants to serve Krishna in a particular way. И на этой ступени Лала Самайи человек хочет служить Господу особым образом. So they would have to know which particular way in which they're going to serve Krishna. И они знают, каким особым образом они могут послужить Кришне. And as Prabhupada says, by spiritual advancement and by revelation,
they'll know their relationship with Krishna in the spiritual world. И как говорит Шрила Прабхупада, благодаря своему своему духовному возвышенному положению, они знают, как они служат Кришне в духовном мире. And they will desire to be able to do some particular activities in relation to this mood. И, соответственно, они желают совершать какие-то действия в соответствии с этим настроением. So that's the first kind, that's the third kind of submission, but there's two others. И это третья стадия обучения себя Господу, есть еще две первые. And we're going to hear about them now. И сейчас мы почитаем о них. В Падмапуране приводится молитва преданного, в которой описывается эмоциональное влечение себя Кришне, Сампрартханатмика. О мой Господь, я знаю, что молодые девушки испытывают естественное влечение к юношам, а юноши – естественное влечение к девушкам. И я молюсь у твоих лотосных стоп, чтобы мой ум всегда с той же естественностью устремлялся к тебе. Пример очень точный. Стоит юноше или девушке увидеть представителей противоположного пола, как у них возникает естественное влечение друг к другу. Их даже не нужно друг с другом. Их даже не нужно друг с другом или учить этому. Притяжение возникает само собой, вызванное сексуальным импульсом. Это материальный пример, но преданный молит о том, чтобы он мог развить в себе такую же спонтанную привязанность к Верховному Господу, свободную от любых корыстных желаний и ничем не мотивированную. Такое естественное влечение к Господу является ступенью совершенства в самосознании. Okay, so the first kind of submission was called Sampratanatmika, which was very feelingly offering prayers. И второй способ вручения себя Господа называется Сампратанатмика. Очень искренне, с чувством молиться Господу. So Rupa Goswami has quoted a verse from the Padma Purana as an example of this. И пример этому, в подтверждение этому, приводится цитата из Падма Пураны. And the prayer is very nice. It tells about how young boys and young girls have natural attraction for each other. Эта молитва очень замечательная. Она говорит о том, что молодые девушки, молодые и юноши испытывают влечение друг к другу. Certainly, this is natural. Healthy young people, as they grow up and become a little mature, they awaken that sex impulse. И, конечно же, это естественно, когда молодые люди, девушки, юноши, подрастая, начинают испытывать этот сексуальный импульс. So the devotee is praying that just like young people are attracted to each other, the opposite sex are attracted to each other, that I want to be attracted to you. I want my mind will be attracted to you in the same way. И преданный молится, я молюсь у твоих лотосных стоп, чтобы мой ум всегда с той же естественностью устремлялся к тебе, как и влечение юноши к девушкам и девушек к юношам. If we can develop that natural attraction for Krishna, that is self-realization. Если мы сможем развить такое же влечение к Кришне, это будет самореализация. Of course, we have to be without material desires. There should be no desire for anything material. И, конечно же, при этом у нас не должно быть каких-то материальных желаний. We should simply want to become attracted to Krishna spontaneously. Мы просто должны желать спонтанной привязанности к Кришне. So that can come about the more we develop our Krishna consciousness. Это может приходить к нам по мере того, как мы развиваем в себе сознание Кришны. Krishna consciousness is in all of us. Сознание Кришны есть в каждом из нас.
It just has to be awakened by hearing. Его нужно просто разбудить слушанием. So if we go on hearing and chanting and serving, worshipping, this way we will become more attractive to Krishna. И когда мы продолжаем слушать, воспевать, поклоняться и служить Господу, таким образом мы все больше развиваем привязанность к Кришне. We just have to engage the mind in hearing and chanting and remembering Krishna. Мы должны вовлечь свой ум в слушание, воспевание и памятование Кришны. And this way we can overcome all the material desires. И таким образом мы сможем преодолеть все материальные желания. These material desires are a type of disease due to our conditioning in the material world. И эти материальные желания — это своего рода болезнь, наша обусловленность, в соответствии с обусловленностью нашим материальным миром. And this disease is like a contamination, and it covers our pure consciousness. И эта болезнь, она словно загрязнение, которое покрывает наше чистое сознание. Because of our disease condition, we can only think about material enjoyment, like the sex, the attraction to the opposite sex. И из-за нашего болезненного состояния мы можем быть привлеченными такими вещами, как противоположный пол. But as we purify our consciousness, we'll think more about Krishna. Но по мере того, как мы будем очищать свое сознание, мы больше будем думать о Кришне. But we have to practice the process. Но мы должны практиковаться в этом процессе. We have to practice hearing and chanting regularly. Мы должны практиковать слушание и воспевание регулярно. And then Krishna will reveal everything. И тогда Кришна все устроит. Go ahead. В той же Падмапуране содержится описание предания себя Господу в самоуничижении. О Господь, среди грешных живых существ нет грешника большего, чем я. Нет среди них и большего богохульника, чем я. На моей совести столько грехов и оскорблений в Твой адрес, что когда я прихожу, чтобы исповедаться перед Тобой, стыд сжигает меня. Для преданного такое состояние естественно. В том, что обусловленная душа совершала какие-то греховные поступки в своей прошлой жизни, нет ничего удивительного. В этом нужно признаться и раскаяться перед Господом. Сделав это, искренне преданный заслуживает прощения Господа. Но это не значит, что можно злоупотреблять беспричинной милостью Господа и надеяться, что Он снова и снова будет прощать нас за одни и те же греховные поступки. Так могут думать только люди, лишенные стыда. Здесь ясно говорится: когда я прихожу исповедоваться в своих грехах, меня сжигает стыд. Нет ничего нелепее, чем надеяться на то, что Господь простит человека, который не стыдится своих грехов и продолжает грешить в расчете на его милость. Ни в одном из разделов ведической литературы не говорится ничего подобного. Повторяя святое имя Господа, человек очищается от последствий всех греховных поступков своей прошлой жизни. Это факт. Но это не значит, что раз отмывшись от них, он может снова начать грешить в надежде вновь отмыться. Это совершенно нелепое предположение, недопустимое в преданном служении. Есть люди, которые считают: целую неделю я могу грешить, а потом на один день пойду в храм или в церковь и исповедуюсь в своих грехах, чтобы отмыться от них и начать грешить снова. Это нелепая и оскорбительная позиция, и автор Бхакти Расамрита Сингх не одобряет ее. Okay. So this is submission offered humbly. This is the second type of submission called Daina Bodhika. И это второй способ вручения себя Господа, который называется Daina Bodhika. And it's described as humbly submitting oneself. Это смиренное подчинение воле Господа. So this is from the Padma Purana also, and the devotee is confessing how sinful he is.
Также приводится здесь цитата из Падма Пураны, где преданный говорит о том, насколько он греховен. And he says that I'm so sinful that I become ashamed when I think about it. И здесь говорится, я настолько греховен, что стыд сжигает меня. When I come to tell you about my sins, I feel ashamed. Когда я прихожу исповедаться о своих грехах, меня сжигает стыд. So Srila Prabhupada points out that one has to be careful not to think that he can continually do this. Шрила Прабхупада здесь пишет, что человек должен быть очень внимательно относиться к тому и не думать, что он постоянно может совершать такие поступки. We may think we will spend a whole week doing sinful activities, and one day a week we'll go and tell Krishna, I'm sorry, I did bad things. Мы не должны думать, ну вот я целую неделю могу грешить, а потом я пойду к Кришне и извинюсь перед ним за то, что я совершал все эти плохие поступки. So Krishna, please forgive me and take away my bad reactions. И сказать, о, Кришна, прости меня и, пожалуйста, забери все последствия моих греховных поступков. So that kind of activity is not appreciated by Krishna. Такого рода деятельность just like in chanting the holy name, one of the offenses which we have is to commit sinful activities on the strength of chanting. Подобным же образом мы знаем, что в десяти оскорблениях есть такое оскорбление, которое гласит, что продолжать совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени. This is offense number 7. Это седьмое оскорбление. So if we think that we can do sinful activities and counteract them by chanting, then this is an offense. Если таким образом, если мы думаем, что мы можем совершать какие-то греховные поступки, а потом нейтрализовать их повторением святого имени, то это является оскорблением. So in the same way, one may think, I will tell Krishna I'm sorry I did sinful activities and ask him to forgive me, and I'll carry on doing more sins. Подобным же образом человек может думать, я пойду к Кришне и попрошу у него прощения за то, что я совершил все эти греховные поступки, и тогда смогу продолжить заниматься всеми этими греховными вещами снова. And now and again I'll go and tell Krishna I'm sorry and ask him to forgive me. И затем я снова пойду к Кришне и скажу ему, прости меня. So this is not proper behavior in devotional service. Это неправильное поведение в преданном служении. If we are actually ashamed of our sinful activities, we should stop the sinful activity. И если нам действительно стыдно за наши греховные поступки, то мы должны прекратить их совершать. So we have to strongly desire to stop sin. У нас должно быть сильное желание прекратить грешить. And we should be very shameful and disgusted at ourselves that we're so hopeless in controlling our senses. И мы должны быть очень, нам должно быть очень стыдно за то, что мы настолько беспомощны в том, чтобы прекратить грешить. So it's important to get nice association and to be able to have a nice also environment so that we can control our mind and senses. Таким образом, у нас должно быть хорошее окружение, которое поможет нам контролировать свои умы и чувства. Go ahead. Предание себя Господу, сопровождаемым желанием совершенства, говорится в Нарада Панчарате. Преданный говорит, «О мой Господь, когда же настанет тот день, когда ты попросишь меня обмахивать тебя пахалом и довольный мною скажешь,
обмахивай меня вот так. Смысл данного стиха в том, что преданный мечтает обмахивать опахалом тела Верховной Личности Бога, то есть хочет войти в число приближенных Верховного Господа и лично общаться с Ним. Разумеется, любой преданный, в каком бы качестве он ни служил Господу, слуги, друга или возлюбленного, в любом случае лично общается с Господом. Но в соответствии со своими индивидуальными наклонностями преданный стремится к какому-либо одному виду взаимоотношений с Господом. В данном случае преданный хочет стать слугой Господа и обмахивать его опахалом, как это делает его внутренняя энергия Лакшми, богини процветания. Он также хочет, чтобы Верховный Господь соблаговолил дать ему указание, как именно его обмахивать. Это предание себе Господу, сопровождаемое трансцендентным желанием Лаласамай Виджинапти, высшая ступень духовного сознания. Okay. So now a statement from the Narada Pancharatna about devotee desiring perfection. И эта цитата из Нарада Панчаратри говорит о желании преданного достичь совершенства. So this is like Lala Samai. Это словно Лала Самай. And the devotee is desiring, he wants to fan Krishna. И преданный хочет обмахивать Кришну опахалом. He wants that Krishna will actually ask him to fan his body. Он хочет, чтобы Кришна попросил его обмахивать свое тело. So this is a desire for serving Krishna in a particular way as a servant. Таким образом, это желание служить Кришне определенным образом в качестве слуги. So in order to do this kind of service, you have to be close to Krishna. You have to be like in his company. И чтобы заниматься такого рода служением, человек должен быть очень близок к Кришне, он должен входить в круг его приближенных. Because Krishna is not going to just ask anybody, some people he doesn't know, to fan him. He will ask somebody who is very dear to him. И Кришна не попросит обмахивать себя кого-то, кого он не знает. Он попросит взять опахалу того, кто ему очень дорог. So this in this particular prayer, the devotee is, he wants to find Krishna. That means he wants to be a servant of Krishna. И в этой конкретной молитве преданный хочет обмахивать Кришну. Он хочет быть слугой Кришны. And Prabhupada points out here that Lakshmi, the goddess of fortune, also wishes to be the servant. Шрила Прабхупада здесь отмечает, что Лакшми, богиня удачи, также желает быть служанкой. And Lakshmi is the internal energy of Krishna, but she also is a servant. Лакшми – внутренняя энергия Кришны, но она также служанка. So we can understand to be a servant of Krishna is not a very small thing, it's a very great thing. И мы должны понимать, что быть слугой Кришне – это не нечто, что-то очень маленькое, это великая вещь. And the devotee is also praying that he wants Krishna to show him how he wants to be fanned. И преданный также молится о том, чтобы Кришна попросил ему, сказал ему, как именно он хочет, чтобы преданный его обмахивал. So this is a very, very advanced stage of spiritual realization. Это очень-очень высокая ступень духовной реализации. Go ahead. В той же Нарада Панчаратри описывается другая форма предания себя. Преданный говорит: «О Господь, о Лотосаоки, настанет ли тот день, когда, придя на берег Ямуны, я лишусь рассудка, и как безумец со слезами, непрерывно льющимися из глаз, буду повторять Твое святое имя?» Это другая стадия совершенства. Господь Чайтанья тоже хотел, чтобы мгновение показалось мне 12 годами, а весь мир пустым из-за того, что я не вижу в нем Тебя, о мой Господь.
Преданный должен искренне молиться и проявлять рвение в том виде служения, которое совершает для Господа. Этому учат все великие преданные, и особенно Господь Чайтанья. Иначе говоря, преданный должен научиться плакать, обращаясь к Господу. Ему нужно научиться этому и очень искренне, до слез, захотеть заниматься какой-то определенной формой служения. Это называется лаульем. А такие слезы – плата за высшее совершенство. Развивая в себе лаульем великую жажду встречи с Господом и какого-то служения Ему, человек платит этим за право войти в Царство Бога. Цена за вход в Его Царство не поддается измерению материальными мерками. Единственная плата, которую нужно заплатить, чтобы войти в Царство Бога – лаульем, лаласамай, жажда и горячее желание этого. All right, so another example from the Narada Pancharatra, which is, you know, teachings of Narada Muni. Приводится здесь еще одна цитата из Нарады Панчаратры, которая является учением Нарады Муни. And it's also an example of submission. Здесь также приводится пример вручения себя Господу. The devotee is asking, when will I be able to, when will I be able to chant your holy name like a madman? И здесь преданный просит, когда же нас спрашивает, когда же настанет тот день, когда я буду повторять святое, твое святое имя, словно безумец? So, the holy name should create ecstasy in the body of the devotee. Святое имя способствует тому, что в тело преданного приходит экстаз. So the devotee is praying, when will that day come when the tears will flow from my eyes when I chant the holy name? И поэтому преданный молит, вопрошая, когда же настанет тот день, когда же я повторяю твое святое имя, повторяя святое имя, слезы будут литься из моих глаз. This is very similar to Lord Chaitanya's Shikshastikam prayer. In Lord Chaitanya's Shikshastikam, the number 6 verse. И эта цитата очень сходна с Шикшаштикой, которую произнес Господь Чайтанья шестым стихом из Шикшаштики. Наянам галадашрударая ваданам гадгадарудая гира пулакая ничитам вапу тава паданамаграхин бхавишьяти. О, Almighty Lord, when will my eyes be decorated with tears of love flowing constantly? When will my words choke up on uttering the holy name? When will all the holes and the hairs of my body have eruptions on recitation of your holy name? Которая гласит, о Господь, когда же мои глаза украсятся слезами любви при повторении святого имени, когда же волосы на моем теле встанут дыбом от повторения твоего святого имени? So, Lord Chaitanya has taught us like that, that we should desire that we will develop this kind of love for Krishna. И Господь Чайтанья нас учит, что мы должны развить такого рода любовь к Господу Кришне. And Prabhupada also goes on and he quotes verse number 7 of the Shikshastikam, which is also describing the same advanced level, Bhava Bhakti. И также Шикшаштика продолжает говорить о седьмом стихе Шикшаштики у Бхава Бхакти. And in that stage, one feels that a moment is like 12 years. И на этом уровне человек чувствует, что одно мгновение для него кажется 12 годами. Just like the gopis, when their eyes would blink, they would not be able to see Krishna when their eyes are blinking. So they felt that Brahma had done a very poor job in creation. И подобно тому, когда гопи, моргая, не могут видеть в это мгновение Кришну, они ругают
Прабху за то, что он плохо сделал свою работу, когда творил этот мир. Because the gopis want to see Krishna all the time, at every moment. Поскольку гопи хотят видеть Кришну все время, каждое мгновение. But if their eyes are blinking, then cannot see Krishna all the time. Но если их глаза моргают, то они не могут видеть Кришну все время. So the gopis said, Indra's eyes are better than our eyes. И гопи говорят, глаза Индры гораздо лучше, чем наши глаза. Indra's whole body was covered with eyes. У Индры все тело покрыто глазами. So Indra, he's really lucky. He can see Krishna all the time. И Индра по-настоящему удачлив, поскольку он может Кришну, видеть Кришну все время. And that's what devotee wants. They want to be able to see Krishna constantly. И это именно то, чего хочет преданный. Он хочет видеть Кришну постоянно. And when we can't see Krishna, then we think the life is useless. И когда мы не можем видеть Кришну, мы думаем, что наша жизнь бесполезна. So Lord Chaitanya taught us to feel this kind of separation from Krishna. И Господь Чайтанья учит чувствовать нас такого рода разлуку с Кришной. And then Prabhupada continues to say, we have to learn to cry for Krishna. И далее Прабхупада говорит, что мы должны научиться плакать. And Prabhupada said, this is just a small technique. И Прабхупада говорит, что это всего лишь маленькая, незначительная техника. We know it's not such an easy thing to cry for Krishna. It's a small technique? It's not. Yeah, Prabhupada writes here, one should learn this small technique. Mm-hmm. But it's not easy, it's not small. И Прабхупада здесь пишет, что мы должны научиться этой маленькой технике, но на самом деле это не так-то просто, и это не такая уж и незначительная техника. Sometimes people will say, I could cry for my business, I can cry for my wife, I can cry for my children. But I cannot cry for Krishna. Иногда люди говорят, я могу плакать из-за своего бизнеса, из-за своей жены, могу плакать из-за своих детей, но я не могу плакать из-за Кришны. We will cry if we lose our money, if the money is all lost in gambling or in the stock market, we may cry. Мы можем плакать из-за своих денег, если мы где-то проиграли или потеряли деньги на бирже. But we have to learn to cry for Krishna. Но плакать о Кришне нужно научиться. And we should. The purpose of our crying is that we want to become engaged in a particular service of Krishna. We want that service very much. И причиной этих слез является то, что мы хотим заниматься каким-то особенным служением для Кришны, и мы хотим очень сильно этого. And Prabhupada said, this kind of mood, this is called loya, or meaning greed. И Шрила Прабхупада говорит, что такого рода настроение называется лаульем, великая жажда. That you have this, you want something very, very badly, and you're willing to sacrifice everything to get it. Когда вы хотите чего-то очень-очень сильно, и вы готовы пожертвовать всем ради того, чтобы достичь этого. So Prabhupada said, this is the price for entering into the kingdom of God. И Шрила Прабхупада говорит, что такова цена входа в духовное царство Бога. Just like you want to go into a theater, you have to purchase a ticket, you have to pay the price. Подобно тому, когда вы хотите пойти в театр, вы должны купить билет, то есть заплатить определенную цену.
So in the same way we want to go to the kingdom of God, we have to pay the price. And the price is our eagerness, this loya. И подобным же образом, когда мы хотим попасть в Царство Бога, мы должны заплатить определенную цену. И эта цена — лаулья, горячая жажда, горячее желание. Just like people want very much, sometimes they want to go to some place, another country, or they want to visit another city, they want very much to go. И это подобно тому, как, например, люди хотят очень сильно поехать куда-то в другую страну или в другой город, их желание очень велико. So they will sacrifice so much, they will save money and they work hard to get more money, to collect the money so that they can go there. И они прикладывают к этому очень много усилий, они как-то копят деньги для этого. Тяжело работают. I met this one young girl. She wanted very much to go to America, to get a scholarship, to go to America to study. Я встретил однажды одну молодую девушку, которая очень хотела поехать в Америку, чтобы учиться. So she had memorized every word in the dictionary. И она запомнила каждое слово в словаре. And she learned all the meanings because she had to take an exam. И она запомнила каждое значение каждого слова, поскольку ей нужно было сдавать экзамен. So she wanted so much to go there to study, to do degree in America. Таким образом, она очень хотела поехать в Америку и получить там степень. So the same way we should want to go to kingdom of God, we should want to go back to Godhead very much, that we're willing to give up everything for that. И таким же образом мы должны хотеть попасть в Царство Бога, при этом и быть готовы пожертвовать всем ради этого. So when we have this kind of desire, this kind of eagerness, then this is a real price. This is called the loya lalasamayi. И таким образом, когда у нас есть это очень горячее желание, жажда, то это называется лаульем лаласамай. So those people who have this kind of love for Krishna, they're often crying because they just want so much to be with Krishna. И люди, которые обладают такой любовью к Кришне, они очень часто плачут из-за того, что они очень сильно хотят быть рядом с Кришной. Go ahead. Next paragraph, yeah? Yeah. Вознесение знаменитых молитв. По мнению великих ученых, много одобренных авторитетами молитв содержится в Бхагавад-гите, особенно в 11 главе, где Арджуна обращается с молитвами к вселенской форме Господа. В Гаутамья-тантре все стихи также являются молитвами. Сотни молитв, обращенных к Господу, приводятся в Шримад-Бхагаватам. Преданному следует отобрать несколько таких молитв и повторять их самому. В Скандапуране превозносятся чудодейственные свойства этих молитв. Даже великие святые мудрецы оказывают уважение преданным, чьи языки постоянно украшены молитвами Господу Кришне. Поистине, перед такими преданными склоняются даже полубоги. Не слишком разумные люди, вместо того, чтобы поклоняться Кришне, ради материальной выгоды поклоняются различным полубогам. Но здесь говорится, что сами полубоги поклоняются преданному, постоянно занятому вознесением молитв Господу. Чистым преданным нечего просить у полубогов. Напротив, полубоги горят желанием возносить свои молитвы чистым преданным. В Нарисимха Пуране сказано, любой, кто приходит к мурти Господа Кришны и начинает молиться, немедленно освобождается от всех последствий своих греховных поступков, получает неоспоримое право подняться на Вайкунха-локу. All right, so offering prayers is also one of the nine angas of Bhakti-yoga. Вознесение молитв — это одна из девяти анг Бхакти-йоги. And as devotees, we should be able to recite prayers to Krishna. И как преданные мы должны возносить молитвы Кришне.
Now, usually these prayers are recited in the original language, which is Sanskrit. И обычно эти молитвы произносятся на изначальном языке, на санскрите. So I know sometimes people, they don't much like to memorize these things, memorize the verses in other language. Я знаю, что некоторые люди не любят запоминать такие вещи, стихи на иностранных языках. But even if you don't like to learn the Sanskrit, then you can learn the translation, and the point is to offer the prayers from the heart, with feeling, with love. И если вы не хотите учить санскрит, то вы можете выучить перевод, и смысл в том, чтобы произнести молитву из самого сердца, с любовью. We know in our temple program, every day we're singing songs which are not in our language. We sing songs which are in Sanskrit or else in the Bengali. И в наших храмах мы каждый день поем баджаны, которые не на нашем родном языке, они на санскрите либо на бенгали. So we see devotees recite these songs every day. We sing Guru Vastika, we sing Guru Vandana, we sing Gora Arti and Damodarastikam. So many songs we will sing, and devotees learn them, and we sing them in the original language, Sanskrit. И мы поем Гуру Ваштику, Гуру Вандану, Дамодараштику, и все преданные поют эти песни на санскрите. So we can also learn prayers, not only the ones which we sing in the temple room, but we can learn other prayers, and as Prabhupada said, there are many, many prayers. Но мы также можем выучить и другие молитвы, не только те, которые поются в храме. Прабхупада здесь говорит, что существует множество молитв. In the Bhagavad Gita, 11th chapter, when Arjuna sees the universal form, he offers prayers. В одиннадцатой главе Бхагавад-гиты Арджуна, когда он видит вселенскую форму, он предлагает свои молитвы. And Srimad Bhagavatam is full of prayers. So many different devotees are offering prayers. И Шримад Бхагаватам также наполнен молитвами, когда преданные обращаются к Господу с молитвой. So it's good to absorb our mind in memorizing these prayers and reciting them for the pleasure of the deities. И очень хорошо, когда мы погружаем свой ум в эти молитвы, в памятование об этих молитвах ради удовлетворения божеств. И читаем их перед божествами. Lord Chaitanya would often ask devotees to recite prayers, to recite some verse. И Господь Чайтанья очень часто просил преданных цитировать какие-то стихи. When we used to go on morning walk with Prabhupada would ask us, he would ask, when he would be talking, he'd say, what is that verse? Who knows this verse from Bhagavad Gita? Or who knows this verse from Srimad Bhagavatam? И когда мы вместе со Шрилой Прабхупадой совершали утренние прогулки, он часто спрашивал нас, кто знает вот этот вот стих из Бхагавад-гиты, этот стих из Шримад Бхагаватам. So we should learn to recite these different prayers, different slokas, and we should know the meaning also. И таким образом мы должны были учить эти цитаты, знать различные шлоки и их значения, смысл. Just like we're taking if you're taking Bhakti Shastri or Bhakti Vaibhav or Bhakti Vedanta, there are many slokas to be learned. И если вы проходите курс Бхакти Шастры, Бхакти Вайбхава или Бхакти Веданта, то вам нужно учить очень много шлок. And sometimes devotees say, don't like this, oh, this is too much trouble, oh, I don't like to do all this. But it's very good part of devotional service. It's a good training for the mind. Иногда преданные говорят, о, я не могу это все выучить, это очень сложно для меня, но это очень хорошая, замечательная часть преданного служения, это хорошая тренировка для ума. And in this section here, Prabhupada is quoting Skanda Purana,
about the glories of reciting prayers. И здесь Шрила Прабхупада приводит цитату из Сканда Пурани о славе вознесения молитв. And devotees whose, if our tongue is always decorated with prayers to Lord Krishna, then that devotee is given respect even by the demigods. И преданный, чей язык постоянно украшен молитвами Господу Кришне, перед ним склоняются даже полубоги. Now, material world people like to worship demigods. В материальном мире людям нравится поклоняться полубогам. But Prabhupada says, these demigods, they want to worship the devotee. Но Шрила Прабхупада говорит, что полубоги хотят поклоняться таким преданным. So, worshipping, being worshipped, of course, devotee doesn't want to be worshipped, but the demigods appreciate so much that this devotee is reciting or offering so many prayers to the Lord. Конечно же, преданный не хочет, чтобы ему поклонялись, но полубоги очень ценят то, что преданный возносит так много молитв Господу. And especially when we come before the deity, then it's very good for us if we can recite different prayers. Конечно же, если мы возносим молитвы перед божествами, то это очень хорошо для нас. And it says that that will be very easy for you to go into the spiritual world if you have that habit of always reciting prayers to glorify the Lord. Говорится, что попасть в духовный мир будет очень легко, если у человека есть привычка возносить молитвы, прославляющие Господа. In the Chaitanya Charitamrita, there's a nice pastime. One devotee had come with his sons to visit Lord Chaitanya in Jagannath Puri. В Читании Чаритамриты есть замечательная история, которая описывает, как один преданный со своими сыновьями пришел увидеться с Господом Чайтаньей в Джаганатхапуре. This devotee's name was Shivananda Sen, and he was a householder, and he had three sons. И этого преданного звали Шивананда Сена. Он был домохозяином, и у него было три сына. Shivananda Sen was very, very dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Every year he would bring many devotees from Mayapur to Jagannath Puri for Rath Yatra. И Шивананда Сена был очень-очень дорог Господу Чайтанье Махапрабху. Он каждый день приводил множество преданных from Mayapur. Yeah. Из Майапура в Джаганатхапури на Радхаятру. And Shivananda Sen would arrange everything, and he would pay all the expenses for everyone. И Шивананда Сена организовывал все это мероприятие и платил за него. And he did this every year for many years. И он делал это каждый год в течение многих лет. So it happened that they'd come to Rath Yatra, and the Shivananda Sen had brought his three sons with him, and the youngest son was called Paramananda. И таким образом Шивананда Сена со своими тремя сыновьями пришел в Джаганатхапури на Радхаятру, и младший сын, которого звали Парамананда. But Lord Chaitanya gave him the name Puri Das. И вот этому сыну Господь Чайтанья дал имя Puri Das. So when he was a little boy, Lord Chaitanya asked him, he said, chant the holy name, Puri Das. Let me hear you chant the holy name. И когда Парамананда был маленьким, Господь Чайтанья просил его, Пуридас, пожалуйста, повтори святое имя. Позволь мне услышать, как ты воспеваешь святые имена. But the little child wouldn't say anything.
They couldn't get, his father would say, chant the holy name, chant. Lord Chaitanya is telling you to chant, you should chant. But he wouldn't chant. Но ребенок ничего не мог сказать в ответ. Его отец тогда просил его, ты видишь, Господь Чайтанья просит тебя, пожалуйста, повтори. And Lord Chaitanya said, just see, he said, I've given the chanting of the holy names everywhere, all over the planet, people are chanting. Even the trees are chanting. И Господь Чайтанья сказал, смотри, я распространил Святое Имя по всему миру, повторяют все вокруг, даже деревья воспевают Святое Имя. But I cannot get this child to chant. Но я не могу сделать так, чтобы этот ребенок повторил Святые Имена. But Lord Chaitanya's secretary said, no, actually, my Lord, he said, this child is chanting in his mind. Но секретарь Господа Чайтанья Махапрабху сказал, нет, мой господин, на самом деле этот ребенок воспевает святые имена в своем уме. So then, a few days later, the child came again to see Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya said, recite, Puridas, recite something. И несколько дней спустя этот ребенок снова пришел к Господу Чайтанье, и Господь Чайтанья попросил его, ну что, Пуридас, процитируй что-нибудь. So Пуридас recited a beautiful Sanskrit poem. И Пуридас процитировал очень красивый санскритский стих. And the child was not ever educated. He was not educated. He hadn't begun his schooling yet. But still he could recite a beautiful poem. Но у этого ребенка не было образования, он еще не ходил в школу, но тем не менее он смог прочитать такой замечательный стих. So this is only possible by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И такое возможно только по милости Господа Чайтаньи Махапрабху. But it shows us how Lord Chaitanya liked so much that we could recite verses glorifying the Lord. И эта история показывает нам, как Господь, насколько Господь Чайтанья любит, когда мы цитируем стихи, прославляющие Господа. If we want to go back to Godhead, we have to be able to do these kind of things. Если мы хотим вернуться обратно к Богу, то мы должны быть способны делать эти все, заниматься этим, делать это. Okay, we will stop here. Сегодня мы здесь остановимся. There are a lot of questions in the chat. Okay. Елена Матаджи, вы хотели задать вопрос? Да, меня слышно? Да. Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вопрос такой. В Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне, что из чувств я ум. А нам часто говорят, что не нужно слушать ум. И с другой стороны, ум может быть нашим другом. Как это соотнести, что Кришна и есть ум, что Кришна уже друг, но слушать ум нам нужно не всегда? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. In the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna that I am the mind of all the senses, and we are often told not to listen to the mind. And on the other hand, the mind can be our friend. And how do we understand this? Krishna is the mind. Krishna is already a friend, but we don't need to listen to our mind. Thank you. Yeah, we don't need to listen to the uncontrolled mind. Мы не должны слушать неконтролируемый ум. We have to control the mind. Мы должны контролировать свой ум. You don't let your mind control.
You do not let the mind take control. We have to control the mind. Мы не должны позволять уму брать контроль над нами. Мы должны контролировать его. Just like we talk about being the servant of the senses or the master of the senses. Подобно тому, как мы говорили о том, когда человек является слугой чувств, либо господином чувств. You don't want to be the servant of the senses, but you do want to use your senses. You have to be the master of the senses. Вы не должны быть слугами своих слуг, своих чувств. Вы должны контролировать их. Вы должны быть господином своих чувств. So similarly with the mind, we have to use the mind, but we have to know to use it in the proper manner. И точно так же мы должны поступать со своим умом, мы должны использовать его должным образом. We don't listen to the uncontrolled mind. Мы не слушаем неконтролируемый ум. But we use our mind for the service of Krishna. Но мы используем свой ум в служении Кришне. Maharaj Ambarish, the very first thing he did was fix his mind on the lotus feet of Krishna. Первое, что сделал Махараджа Амбариш, он сосредоточил свой ум на лотосных стопах Кришны. And if the mind is fixed on the lotus feet of Krishna, then you can engage your other senses in the service of Krishna. Если ваш ум сосредоточен на лотосных стопах Кришны, тогда вы сможете вовлечь все остальные чувства в служение Кришне. So Krishna said of the senses, I am the mind, because the mind is the king of the senses. The mind leads the senses, it directs the senses. И Кришна говорит, что из всех чувств я ум, поскольку ум является королем чувств, он ведет за собой все остальные чувства. So this is Krishna's position. И таково положение Кришны. Krishna is the king. Кришна король, Кришна царь. So the controlled mind represents Krishna. И контролируемый ум представляет Кришну. It's not Krishna himself, but Krishna's empowered representative. Это не Кришна, не сам Кришна, но это могущественный представитель Кришны. Right, Krishna, the impersonal aspect of Krishna. Это impersonal? Yes. Это имперсональный аспект Кришны. Mm-hmm. Okay. Next question. Yeah. Матрица, вчера вы хотели задать вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, поклонность, смирение, примите и преданные. Вопрос. Сегодня говорили о грехе. Бывают ситуации, что преданные с посвящением 5-10 лет, и вдруг появляются у них мысли снова покурить, выпить или заняться незаконным сексом. И они приступают к этим действиям, нарушению регулирующих принципов, хотя и корят себя за это, понимая свою слабость и неспособность контролировать себя. Вопрос. В чем причина возобновения этих желаний и реализации их? Как справиться с этим падением? Hare Krishna, Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances. We talked today about thoughts. And there are situations. У кого-то включен микрофон, прошу прощения. And there are a lot of situations when devotees which have an initiation for 5 or 10 years and they suddenly have thoughts about smoking, drinking or having illegal sex again, and they do all this and they do all those things and they just they do all this, but also they blame themselves for this, realizing their weakness and inability to control themselves. And the question is, what is the reason for the renewal of these desires and their realization? What to do with these faults? Yes, the problem comes because
They haven't been cultivating properly their spiritual life. Проблема приходит из-за того, что они не развивали свою духовную жизнь должным образом. They've been not doing proper chanting. They haven't been doing proper hearing. Они не повторяли и не слушали должным образом. So the desire for sinful activity comes up again. И поэтому их желание греховной деятельности вернулось снова. They did not pull out the real roots of the seed, the desire for sinful activity. И они еще не смогли избавиться, вытолкнуть из себя это семечко желания греховной деятельности. In order to get rid of the desire for sinful activity, one has to do intense devotional service. И для того чтобы убрать это семя желания греховной деятельности, человек должен заниматься интенсивно при этом служением. And we see sometimes it happens. In older age, it happens. We may practice very sincerely in Krishna consciousness, but in course of time, we become a little neglectful about our spiritual practice. И это может прийти, например, в старости, когда мы всю свою жизнь очень искренне занимаемся преданным служением, но с течением времени наша neglect our spiritual practice, what we should be, our sadhana. Но с течением времени мы можем запустить свою садхану, свою духовную практику. We're not careful to chant the proper number of rounds. Мы можем не читать должное количество кругов. And we don't hear regularly. Мы не слушаем регулярно. We're not reading Prabhupada's books regularly. Мы не читаем регулярно книги Шрилы Прабхупады. So it's easy for us to be vulnerable, to be a victim of the Maya. Мы становимся жертвой Майи. Maya is always there, just waiting for a chance to get us. И Майя всегда рядом, она просто ждет шанса, чтобы завладеть нами. There was one godbrother in the UK, so he started to go drinking again. Although he'd been a devotee for so many years, he was Prabhupada's disciple. У меня был духовный брат в Англии, который начал снова пить, хотя он был преданным очень-очень много лет, он ученик Шрилы Прабхупады. He said, "Well, I don't know too many people in the temple. The old devotees are not there anymore. The people who used to be there when I joined, they're not there. I don't know these new people. I don't have any friendship there in the temple." Он говорил, "Но у меня нет никаких дружеских отношений с теми людьми, которые сейчас есть в храме. Там все новые люди. Я не вижу тех, кто присоединился со мной." Кто пришел в храм вместе со мной, сейчас там одни новички, а у меня с ними нет отношений. So I just thought when I could go drinking, I'll make friends there, I'll meet people there. И я подумал, что если я начну пить, то я с кем-нибудь обязательно в этой сфере сдружусь. Fortunately, his wife was very good devotee, and she was very compassionate, and she helped him, and other devotees also were very kind to him and encouraged him. И к счастью, его жена очень хорошая, преданная, она помогла ему, воодушевила его, и также другие преданные поддержали его. So sometimes these things happen. Иногда такие вещи происходят. And sometimes we see people who renounce the world, and they're very
they appear to be very dedicated in Krishna consciousness, but later on they want to change their ashram. They want to, instead of being renounced, they want to be married. Например, мы видим, что иногда люди принимают, ведут отреченный образ жизни, и внешне кажется, что они просто вовлечены, посвящают полностью, посвятили себя Господу, но с течением времени они меняют свой отреченный уклад жизни на семейную жизнь. So Prabhupada was tolerant about these things, and he encouraged them that you stay in Krishna consciousness, even though you may change your ashram, it's okay. So you can continue in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада очень терпимо относился к такого рода вещам, и он говорил, ты можешь изменить свой ашрам, но все же оставайся в сознании Кришны. There were some very, very active, very powerful devotees in Prabhupada's time, and they were very good sannyasis. Во времена Шрилы Прабхупады были очень замечательные, очень активные, преданные, они были саньяси. And they did a lot of service for Prabhupada. И они сделали для Прабхупады очень много служения. But they couldn't maintain their sannyas. Но они не смогли поддержать свое положение саньяси. But Prabhupada didn't mind. He said, okay, you get married, but stay with us, stay in Krishna consciousness. Но Шрила Прабхупада сказал, ну ничего страшного, просто женитесь, но просто оставайтесь с нами, оставайтесь в сознании Кришны. So the kindness and the compassion of the devotees is important to keep people in Krishna consciousness. Доброта и сострадание преданных очень важны для того, чтобы удержать людей в сознании Кришны. Prabhupada told us, don't be surprised who falls down. Just be surprised that some people can stay in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада говорил нам, не удивляйтесь, если кто-то падает, удивляйтесь тому, что кто-то остается в сознании Кришны. Maya is so powerful. Майя очень могущественна. So we have to try to really hold on to Krishna tightly. Таким образом, мы должны очень крепко стараться, очень крепко держаться за сознание Кришны. Okay. Next question? Yeah. Вопрос из чата. Харе Кришна, Гуру Махараджа, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, вся слава Шри Прабхупаде. В Бхагавадгите 7.16 перечислены четыре рода праведных людей, которые обращаются к Кришне. Проповедники иногда говорят, что к ним относятся такие личности, как Друва, Гаджендра, а мы к этим четырем видам праведников не относимся. Тогда каким же образом мы пришли в сознание Кришны? Спасибо. Харе Кришна, Гуру Махарадж, dear devotees, please accept my humble blessings. All glories to Shri Prabhupada. In Bhagavadgita, chapter 7, verse number 16, there are four kinds of righteous people who turn to Krishna, and preachers sometimes say that they include such personalities as Dhruva and Gajendra, and we do not belong to these four types of people. Then how did we come to Krishna consciousness? Thank you. Well, I've never heard we don't belong to these four kinds of people. I don't know who can tell you who said this. Я никогда не слышал, что мы не принадлежим к этим четырем типам, четырем видов людей, и я не знаю, кто вам мог сказать такое. And Prabhupada said, one of the reasons why people come is in distress, and Prabhupada said this is very common in our Krishna consciousness movement. И одна из причин, по которой люди приходят в сознание Кришны, это люди, которые страдают. И Шрила Прабхупада говорил, что это очень распространенное явление в нашем движении. Of course, we're not on the level of Gajendra or Dhruva, but still our motives in coming to Krishna consciousness can be similar.
Мы, конечно же, не находимся на уровне Гаджендры или Друвы, но тем не менее наши мотивы прихода в сознание Кришны могут быть подобными. That these four kinds of people are all not pure devotees. They're not rendering pure devotional service. И все эти четыре типа людей, они не являются преданными, чистыми преданными Кришны, они не занимаются чистым преданным служением. So generally we do find that people come to Krishna consciousness for these reasons, especially distress. И на самом деле мы именно находим, видим людей, которые приходят в сознание Кришны по этим причинам, и особенно по причине страданий. And material desires, especially maybe in India, here in India, where there's a, you know, there's poorer people in the villages, especially people maybe more afflicted by poverty, and they can be attracted to the Krishna consciousness movement because of its Western influence. И здесь в Индии люди привлекаются сознанием Кришны вот, из-за вот этого, из-за западного влияния, поскольку у них появляются материальные желания в деревнях, особенно в деревнях люди живут очень бедно. So people think I'll go to a Krishna consciousness, I'll get good accommodation and they'll take care of me, nice food and everything. It's a good opportunity for me to have a better life. И люди думают, что если они присоединятся к сознанию Кришны, то они смогут получить какое-то жилье, место для проживания, что мне дадут какую-то еду, и я буду жить гораздо лучшей жизнью. So their motive is not really much to Krishna, but it's more for their own material benefit. И таким образом их мотив не столько связан с Кришной, сколько с их материальным благом. And other people, sometimes, of course, people are curious. They just come out, they want to learn more. They're not so much concerned about Krishna. They just want to understand more what's happening. И иногда люди, они любопытные, они не столько хотят знать о Кришне, сколько они хотят больше понять, хотят узнать больше, получить больше знаний. And then people come for knowledge. They come because they have some good knowledge, or because they want to get more knowledge, they may come to Krishna consciousness. И люди приходят за знанием, поскольку они хотят больше, получить больше знаний, хотят больше узнать о чем-то, и таким образом они приходят в сознание Кришны. So they are the best devotees, those who like the knowledge and who become interested in the knowledge and they want to understand more. И эти люди являются лучшими среди преданных, поскольку они приходят в поиск знаний, они хотят постичь, узнать больше. And so everyone who comes to Krishna consciousness, they have to get trained, they have to get education, they have to be taught the philosophy. Поэтому каждый, кто приходит в сознание Кришны, должен получить образование, его необходимо обучить философии. Even though they come in the beginning for other reasons, they have to learn the philosophy. Даже если они изначально пришли по каким-то другим причинам, они должны изучить философию. And by hearing the knowledge, they will become purified. И благодаря этому слушанию этого знания они очистятся. So I don't agree that we didn't come to Krishna consciousness for any of these four reasons. I've never heard this before. И я не согласен, что мы не приходим в сознание Кришны по этим четырем причинам. Я никогда такого не слышал. Okay. Next question. Yes. Вроде ранее Матаджи, мы хотели задать вопрос. Хари Кришна, примите мои поклоны смиренные еще раз, Гуру Махарадж. Вопрос не по теме лекции.
Старшие проповедники говорят, что у каждого свои отношения с Кришной, и не надо мешать другим развивать их по-своему. Вопрос о границах этих своих отношений с Кришной. Например, в храм ходят молодые мамы одни и те же с детьми среди недели. В храме пусто, нет программ, дети там бегают, шумят. При открытом алтаре дети бегают голенькими в памперсах и нижнем белье, кричат. Это можно назвать, что у них свои отношения с Кришной? Или это уже нарушение этикета в поведении при божествах? Шрила Прабхупада в лекции говорил: учите детей, обучайте их не сидеть спиной к божествам, пусть они очищаются. Кто должен обучать таких мам такой культуре в храме, правильному поведению, и надо ли это делать? Спасибо, Хари Кришна. The question is, the senior preachers say that everyone has their own relationship with Krishna and should not prevent others from developing it in their own way. The question of the limits of this one's relationship with Krishna. For example, young mothers, the same ones, go to the temple with their children in the middle of the week. The temple is empty, there are no programs, and the children run around and make noise. At the open altar, children run around naked and in underwear, shouting. Can we call it they have their own relationships with Krishna? Or is this already is it a violation of etiquette in the conduct of the deities? Srila Prabhupada said in lecture that teach them not to sit with their backs to the deities, let them purify themselves. Who should teach such mothers, such a culture in the temple, teach them correct behavior and whether it should be done? Thank you, Hare Krishna. Generally, it's expected that the mothers will teach the children. Обычно ожидается, что матери учат своих детей. The child is under the care of the mother, and their duty is to discipline the child. И ребенок находится под заботой матери, и таким образом ожидается, что мать будет дисциплинировать своего ребенка. And we see even Mother Yashoda, how she was dealing with Lord Krishna. И мы видим пример матушки Шоды, как она всем действовала с Кришной, взаимодействовала. She came with a whipping stick in her hand, and Krishna was trembling. Она ходила с палкой в руках, и Кришна трясся. And then she tied up Krishna so he couldn't run around and break everything. Она связывала его, чтобы Кришна не бегал повсюду и ничего не ломал. And so Mother Yashoda has so much love for Krishna, but she has to do her duty as a mother. И у матушки Шоды было очень много любви к Кришне, но тем не менее она должна была выполнять свои обязанности как мать. So it's the duty of the mother to look after the child. Обязанностью матери является смотреть, приглядывать за своим ребенком. If the children are not properly supervised, then they will behave in an improper manner, and it's not good. It will just simply create disturbance in the temple. Если за детьми недостаточно хорошо смотреть, и они делают, что хотят в храме, то это не очень хорошо. So temple is not just a place for them to come and run around. They have to learn how to behave properly in the temple. Храм — это не то место, куда они могут приходить и бегать повсюду. Это место, они должны научиться вести себя в храме должным образом. Just like when they go to school, they don't just run around. There's a time for running around. But there's also a time for study. Подобно тому, что когда они приходят в школу, они не бегают постоянно повсюду, все время.
есть определенное время для этого. То есть есть время для беготни, а есть время для учебы. So when they come to the temple, it's a time for their spiritual education. Таким образом, когда они приходят в храм, наступает время их духовного образования. And they should be taught how to do everything properly. И их нужно научить, как делать все правильным образом. They should be taught how to bow down and offer their obeisances. Их нужно научить, как склоняться в поклоне перед божеством. They should be taught how to go and see the deity. Их нужно научить, как подходить к божествам. And then offering flower to Prabhupada, offering obeisances to Prabhupada. Их нужно научить предлагать цветы, цветок Шри Прабхупаде, предлагать ему свои поклоны. And then they should be given prasadam. Также нужно давать прасад. They should be taught how to eat prasadam with the right hand, not with the left hand. Их нужно научить есть прасад правой рукой, не левой. They should be taught to wash their hands and mouth after taking food. А их нужно научить мыть рот и руки после принятия еды. There are many things children have to be trained. Существует очень много вещей, которым нужно научить детей. One should think oneself very fortunate to have a child. Человек может думать, что он очень удачлив, что у него есть ребенок. But if you allow the child just to grow up as an like without proper education and training, then it's not good. Но если вы не позволяете своему ребенку просто расти без всякого обучения, то это не очень хорошо. So I'm not saying that you have to beat the child. Я не говорю, что вы должны бить ребенка. But you do have to control the child. Но вы должны контролировать его. So the child is the it's the mother's child, but she has to take care. Это ребенок своей матери, и мать должна заботиться о нем. And when the mother does the duty, then the child will behave properly. И когда мать выполняет свои обязанности, ребенок ведет себя правильно. If the child is not behaving properly, it's the mother's fault. Если ребенок себя не ведет должным образом, то это вина матери. The mother is not trained properly. Она не научила его вести себя правильно. The mother has not trained. Yes. Herself. She's not trained the child. She's not trained the child. То есть она не научила его ребенка, не научила ребенка вести себя правильно. Можно еще спросить догонку? То есть получается, вот Матаджи там многие проходят бхакта-программ, ученик искон, но в голове ничего не остается. Это значит, что проповедники с ясаасаны ежедневно должны давать какую-то вайбхи-бхакти, какие-то правила, предписания, яму, не яму, чтобы преданные росли ежедневно, а не только раз один раз в жизни на бхакта-программ, которая потом вообще забывается, так как общения нормального мало у Матаджи. Спасибо большое. And one more question. Mataji sometimes Mataji just go through Bhakta program and they learn some rules and regulations and then they forgot all those things. So that means that everyday preacher should tell them in lecture about rules and regulations. To remind them all these things. Yes. Да. Yeah, they have to hear. They have to hear regularly, and they have to practice what they're hearing. Они должны регулярно слушать и практиковать то, о чем они слушают. If they hear all the rules and regulations, and then they don't follow, then it's not good. Если они слушают о правилах, предписаниях, а затем им не следуют, то это не очень хорошо. So, yeah, the devotees have to, we have to show the right example to others. New people come to the temple, they want to see that
everything is done very in a proper manner. Мы должны показывать пример другим людям, пример своим поведением. Если кто-то новый приходит в храм, то они должны видеть, как действовать должным образом. The children should be polite, and they should be educated and disciplined. Дети должны быть добрыми, образованными и дисциплинированными. And the devotees, they should follow the scriptures. И преданные должны следовать священным писаниям. Not that the scriptures say one thing and the devotee does something else. Would you repeat once again, please? It's not that the scriptures say we should do something, but the devotee does something else, a different way. Но это не значит, что если священные писания говорят одно, а преданный говорит, а преданный делает что-то другое, каким-то другим образом. So it's important for devotees to show the right standard of behavior. И таким образом преданному очень важно показывать правильный стандарт поведения. If the devotee doesn't do it, then we can't expect our children not to do it. И если преданные такого не делают, то как же мы можем ожидать такое от наших детей, что они не будут этого делать? Mm-hmm. Next question. Марина Матаджи, вы хотели задать вопрос? Хари Кришна, спасибо. Гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны, Сатвава Шили Прабхупаде. Скажите, пожалуйста, как можно легко запоминать шлоки на санскрите? Есть ли какие-нибудь техники? Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. All glories to Шрила Прабхупада. How can we easily memorize Sanskrit shlokas? If there are any techniques? Yes, you have to hear them regularly. Every day you have to recite them. Да, вы каждый день должны их слушать. Вы каждый день должны повторять их. Just practice, practice, practice. Просто практикуйте, практикуйте, практикуйте. So you have a recording, you get some recording of the slokas, and then you play the recording every day, and as you play the recording, you also recite along with the recording. Например, у вас есть аудиозапись шлок, и вы каждый день ее проигрываете, и затем уже повторяете вместе с этой записью. Some devotees have become very expert in reciting. They can recite very perfectly. И некоторые преданные становятся профессионалами в чтении шлок, и они произносят их очень правильно, очень замечательно. Even though they're not Indian, they're not born in India, but somehow they learn to recite very perfectly, very exactly. И даже если они не были рождены в Индии, если они не индусы, то они все равно каким-то образом учатся превосходно читать шлоки очень наилучшим образом, идеально. Yes. Next question. Александр Прабу, вы хотели задать вопрос? Хари Кришна, да. Ваше Святейшество, вот в храме у нас после приветствия божеств в центре зала устанавливают Шримати Туласи Махарани, и все преданные имеют возможность обходить вокруг нее, совершать поклоны. Вот. Но потом ее какое-то время увозят, ну там она на колесиках такая, как бы, горшок такой, вот, ну, на место, где она обычно находится. И я продолжаю также по кругу, по залу ходить. Не
Наши преданные делают замечательно, что так нельзя делать, что там кто-то сидит, ну там возле колонн, получается, я вокруг кого-то обхожу, что я должен просто ходить как бы, ну вот, строго ровно вперед-назад. А если нет объекта поклонения, то я не должен по кругу ходить. Ну, правильно ли? Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. The question is about Tulasi. For example, when we just in the morning program, we walk around the Tulasi and all the devotees just to walk around her, and then for some times they just take the Tulasi and the pot with the Tulasi and put it to another place, but I continue to work in the same cycle through the hall, but devotees tell me that I should not do this because there is no Tulasi already, and I'm disturbing the other people, and when I'm walking around that place where Tulasi was, just at the same time I walk around the people who are sitting there already or something else. Are they right or not? Should I do this or not? Is it correct? Is it? People are sitting there? The point is this, when during the arati, everybody is going around the Tulasi, and then they take, after they, when they finish the arati, they take the pot with the Tulasi and put it to another place. So there's no Tulasi anymore in that place where she was standing. Prabhu just he's still walking around. He's going around that place where Tulasi is standing. Is it right or not? Is it correct? Tulasi is not there anymore, but he's keep working. If he wants to walk, is there any harm? Another people say why should you do this? There is no Tulasi anymore in this place. Why should you walking around the place? There is, for example, some devotees may sit near the column there, and you just make a circle around them too. So you should not do this. If you want to work, just go right and back, right and back. Don't go around. Well, he may be in his mind thinking that Tulasi is there. So if it's in his mind he is worshipping Tulasi, then he's getting benefit from doing it. Если человек думает, что Туласи находится все еще в этом месте в своем уме, то есть он представляет ее в своем уме, находящейся все же на том же месте, и при этом обходит от него, то таким образом он получает от этого благо, он все еще поклоняется. Service to Krishna may be done physically, but it may also be done mentally, and you get the same benefit. If you do it within your mind, you get the benefit. И служение Кришне может выполняться физически, а может выполняться в уме. И если вы делаете служение Кришне в своем уме, то вы получаете такое же благо, как от физического служения. I know there are temples where people generally in the morning in Japa time they will walk around the room. They walk around. They just walk around the room. They walk round and round and round. Maybe there's no Tulasi there, but still they walk around the room because if they sit down, they go to sleep. So they want to stay awake, so they walk. Я знаю, во многих храмах люди во время джапы ходят по кругу по храмовой комнате, даже если там нет Туласи, поскольку они знают, что если они сядут, то они уснут. And they prefer to walk around rather than walk back and forth. И они предпочитают ходить по кругу, чем ходить туда-сюда.
You walk around, you don't have to turn around every time. You just can go. То есть вам не нужно все время поворачиваться. So that's my understanding. I don't see any harm in somebody walking around, even though there's no Tulsi there. Is it disturbing people? Таково мое понимание, то есть нет ничего плохого в том, что я, что кто-то ходит по кругу. Это как-то беспокоит других людей? Прабу? Это беспокоит старшего преданного. Он сказал, что так как многие преданные остаются как бы вот в том месте, где Туласи стояла, то как бы ты обходишь вокруг них. И якобы они, ну, из-за этого как бы возгордятся и упадут. Вот как-то так сказал, что не надо вокруг них ходить. Mm-hmm. One senior devotee told him that some devotees still staying at that place where Tulasi was standing, and when you are walking around them, they can proud and then they fall down. So that you should not go around them. Don't let them to proud. Don't like, let what? Do not let them to proud. That people that who are just who are standing in that place where Tulasi was. Don't let them become proud. Yeah, because of this they can fall down. Well, that's their problem. No, это их проблема. I don't see anything wrong people going around. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы люди ходили по кругу. Important point, they should be chanting. If they're chanting the japa, walking around, it's not a problem. То есть, если они повторяют джапу, при этом как-то ходят по кругу, то здесь нет никаких проблем. Might be better to put Tulsi there, keep Tulsi there, so long as people are going around. Может быть, оставлять Тулси там, если люди все еще продолжают обходить ее, может быть, лучше ее оставлять на том же месте. There's so many issues, little things, we make little things into a big thing, little problems, little issues become big issues, but actually it's not a big thing. Да, возникает много таких небольших вопросов, проблемок, которые мы превращаем в какие-то большие, серьезные проблемы, но на самом деле они таковыми не являются. Sometimes very difficult to please devotees, very easy to upset devotees. Иногда очень тяжело удовлетворить преданных, но очень легко их разочаровать. Devotees are supposed to be tolerant. А предполагается, что преданные должны быть терпимы. If we cannot tolerate people going around, then I don't know what happened to our tolerance. Если вы не можете терпеть людей, которые ходят вокруг, то а что же происходит тогда с вашей терпимостью? Okay, any other questions? Yes, there is one more question in the chat. Yes, вопрос из чата. Если поведение ребенка устраивает родителей, но не устраивает окружающих, желающих, чтобы дети вели себя по тем же стандартам, что и взрослые, как решить это разногласие? It's about children in the temple. If the child's behavior suits the parents but doesn't suit others who want children to behave according to the same standards as adults, how to resolve this disagreement? Well, when you come to a temple, there are certain standards. It's not that you can just do what you like. You have to follow whatever is the standard in that particular place.
Когда вы приходите в храм, есть определенные стандарты поведения, и вы должны им следовать, то есть должны следовать тем правилам, стандартам, которые существуют в этом конкретном месте. When you're in your own home, you can do what you like. Когда вы у себя дома, вы можете делать все, что хотите. But when you come to the temple, then there's people, other people involved, and you have to follow what they want. Но когда вы приходите в храм, также вы находитесь в среде других людей, и поэтому вы не можете делать все, что вы хотите. They may not allow children to do certain things. They may not even allow children to come unless they're accompanied by adults. Допустим, люди могут не позволять детям приходить, вести себя каким-то образом. Они могут не хотеть, чтобы дети находились в среди взрослых. That's quite common. There are many places they won't allow children unless they're accompanied by an adult. Есть на самом деле во многих местах не позволяют детям находиться в компании взрослых. And the children, they have to be supervised by the adults. They have to be kept controlled by the adults. И дети должны находиться под контролем взрослых. And if the children don't come up to the standards, then the people may tell them, you have to go outside. И если дети не следуют стандартам, то им можно сказать, чтобы они вышли на улицу. Because children can be very disturbing. Потому что дети могут быть реально очень много, могут приносить беспокойство. Now, we like children, we do like children, they're very important. Мы любим детей, они очень важны. And we want our children to all grow up to be nice devotees. И мы хотим, чтобы все наши дети выросли хорошими преданными. So it doesn't mean that we have to allow our children to be wild and to be like animals and to just go to create a big disturbance and disturb the minds of everyone, make a lot of noise and break things. Но это не значит, что мы должны позволять своим детям вести себя как дикари, позволять им вести себя как животные, беспокоить других людей, создавать шум и ломать что-то. So taking care of children is a big challenge. It's certainly not an easy job, but it's very important. И забота о детях — это действительно большое. Большое дело, большой вызов. Это нелегко, но это великая работа. Because the children are our future devotees. Поскольку дети наши будущие преданные. So we want to train them up to be nice devotees. Таким образом, мы хотим научить их быть хорошими преданными. Now some children will be easier to train than others. И одних детей обучить легче, чем других. Some children are very undisciplined and very, very noisy and create a lot of disturbance. И некоторые дети очень недисциплинированы, создают очень много шума и беспорядка, беспокойств. And some children are very quiet and disciplined. А некоторые дети очень спокойные. Очень дисциплинированные, спокойные. So we have to know how to behave. They have to be trained. Поэтому их нужно обучить, как вести себя. If they want to come to the temple, they have to follow the standard. И если они хотят приходить в храм, то они должны следовать стандарту. Otherwise, they may tell, better you don't come with the child until the child grows up. Иначе таким людям можно сказать, пожалуйста, не приходите в храм с детьми до тех пор, пока дети не вырастут. That means the mother, you have to discipline, you have to make the child, you have to teach the child Krishna consciousness at home. You teach the child at home how to practice the Krishna consciousness. И что вы как мать должны научить своего ребенка сознанию Кришны дома, пусть он там практикует. So,
It's a great challenge bringing up children, but it's a very much important, very much needed service. Да, это большой вызов приводить детей, но это очень большое служение. We would like to see some of our children growing up to be wonderful devotees, pure devotees. Мы хотим, чтобы наши дети выросли замечательными, преданными, чистыми, преданными. So the training they get for the first 5 years, the child is given freedom. But once they come to the age of 5, then they have to be disciplined. В первые 5 лет детям нужно давать свободу, но как только они достигают этого возраста, они должны следовать дисциплине. So for the first 5 years, you may not be able to bring your child to a temple because they're just so unruly, so noisy. It may not be so easy to bring them to a temple because they don't behave properly. И поэтому в первые 5 лет их жизни вам не стоит приводить детей в храм, поскольку они очень недисциплинированные, очень шумные. But from the age of 5, they should begin their education, and you educate them, discipline them up to the age of 15. Но с 5 лет им нужно давать образование, их нужно учить с 5 до 15, их нужно учить дисциплине. And then after 15, then they should become like friend. И после 15 они должны становиться вашими друзьями. Then they're not children anymore. Они больше не дети. But for those 10 years between 5 and 15, they have to really be controlled. Но в течение этих 10 лет, с 5 до 15, они действительно должны находиться под контролем. Mm-hmm. Okay. There is no more questions in the chat. All right. So we've finished. Здесь мы остановимся. Okay, so thank you very much, Tatyana, for translation. We thank all the devotees for their questions. Всем преданным большое спасибо за вопросы. We hope you have a good week in Krishna consciousness. Надеемся, что у вас будет хорошая неделя в сознании Кришны. And take nice care of your children. И позаботьтесь, пожалуйста, о своих детях самым лучшим образом. Don't beat them. Не бейте их. But you can show the stick and threaten them. Но вы должны показывать палку и попугивать их. Okay. Srila Prabhupada ki. Che. Go back to Vrinda ki. Che. Hare. Yeah. Hare. Yeah. Hare.